Евгений Додолев набрался терпения и заполучил в своей сети настоящего морского исполина. Человек из золотого запаса, золотого фонда советского кинематографа. И верный, и свой, и наш, и родненький. Живого классика. Многие говорят, что актеру, в общем-то, ум не нужен. Как-то это угнетает слегка. Свидетеля нескольких эпох. Так у нас тоже крепостные были до 1861 года в Российской империи. Продюсер с режиссером чего-то не поделили, фильма нету. И настоящего философа. Господи, да какой там монтаж, не монтаж. Жить-то как? Золотая рыбка. Юрий Назаров. Ну, еще хорошо бы совесть иметь, так сказать. Премьера. Смотрите в пятницу в 17:35 на телеканале «Москва. Доверие».